Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի ուղեղ եթերում Կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Շարունակենք մեր քննարկումը այս ռուսաստանյան հավաքի շուրջ, որին մասնակից եղավ նախ Արարատ Միրզոյանը, այդ արտաքին գործերի նախարարների այդ խորհրդի նիստին, եւ այնտեղ է նաեւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարևոր է միջազգային հարաբերությունների ընթացիկ քաղաքական պահի գնահատականը եւ ընդհանուր պատկերի պատկերացումը, թե ինչ իրավիճակում է տեղի ունենում այս այցը եւ ըստ այդմ մենք արդեն ինչ սպասենք եւ պրոյեկցելով արդեն զուտ մեր քաղաքական օրակարգի վրա։ Այս հետ մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել տեսակապով Կիևից, Ուկրաինայի մայրաքաղաքից, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Наш сегодняшний гость из столицы Украины, Киева, известный журналист и политический обозреватель, публицист Виталий Портников. Приветствую вас, господин Портников. Спасибо, что приняли мое приглашение. Приветствую. Господин Портников, в настоящее время, когда все в ожидании нового витка обострения в этом противостоянии Израиля и Ирана, после вот этого иранского массированного ракетного обстрела территории Израиля, и вот на этом фоне, опять-таки, мы видим пертурбации в западной политике в связи с предвыборной борьбой в Америке и с тем, что только 1 ноября новая Еврокомиссия приступит к своим полномочиям. И вот на этом фоне происходят так называемые саммиты или посиделки на территории России, в частности, вот сегодняшний. На день своего рождения господин Путин решил созвать неформальный саммит СНГ, на котором... насколько я понимаю, сам саммит будет завтра, господин Меграбян, а сегодня сегодня празднование дня рождения российского президента. Ага, да. Ну, в общем-то, приурочен это именно вот к этой дате, и съехались уже все сегодня, да? Ваша оценка вот в контексте всей текущего момента в международной политике и вот в контексте вот этого текущего момента, вот этого действия, да, если можно так сказать. Прошу, господин Бортников. Ну, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что мы с вами прекрасно понимаем. В нынешней ситуации, когда Россия не уверена в своем влиянии на постсоветском пространстве, очевидно, что она старается приложить некие усилия для того, чтобы посмотреть, кто еще должен с ней считаться. Потому что за 2.5 года российско-украинской войны можно сказать, что постсоветское пространство расползается буквально под руками Владимира Путина, как такая прогнившая ткань. Все ищут себе других спонсоров безопасности. Армения пытается договориться с Западом, Соединенными Штатами, с Францией, Азербайджан, с Турцией, страны Центральной Азии, с Китаем. И говорить о каких-либо серьезных внешнеполитических успехах
Не приходится, потому что и у России очень небольшие, я бы сказал, возможности что-либо предложить бывшим советским республикам. Вот мы неоднократно говорили о том, что Россия укрепляет свои позиции в Грузии, однако мы прекрасно понимаем, что это тоже имеет свои, так сказать, границы, потому что ни о каком восстановлении территориальной целостности Грузии и даже о каком-то реальном диалоге Тбилиси с практически оккупированными Россией территорией этой страны, с властями Абхазии и Южной Осетии, тоже говорить не приходится. Так что в любом случае понятно, что для Москвы очень важно понять, насколько лидеры бывших советских республик, я имею в виду именно лидеров, готовы до сих пор считаться вот с желаниями российского президента. И поэтому я тоже думаю, что поездка в Москву премьер-министра Армении – это политическая ошибка. Потому что, конечно, может казаться, что это балансирование между Западом, Россией, странами региона, которые отнюдь неблагожелательно относятся к Армении и пытаются, я бы сказал, получить максимум из результатов Второй Карабахской войны. Но тем не менее, если ты действительно говоришь о вступлении в НАТО, в Европейский Союз, простите, если ты ищешь каких-то гарантий безопасности от стран-членов НАТО, если ты говоришь о том, что ты не будешь больше участвовать в деятельности ОДКБ, и вместе с тем присутствуешь на дне рождения Путина и на специальном саммите, который должен быть демонстрацией лояльности, то, конечно, к тебе будет тоже с определенным, я бы сказал, таким недоверием присматриваться те, от кого ты ищешь поддержки. Ведь всегда существует опасность того, что ты останешься со всеми и ни с кем. Я считаю, что разновекторная внешняя политика, например, была самой большой ошибкой украинского руководства в середине 90-х, начале 2000-х годов. Украина тоже пыталась, с одной стороны, выстроить отношения с Москвой, а с другой стороны, иметь некие особые отношения с Западом, которые позволили бы ей в будущем стать частью того экономического пространства, которое находится к Западу от наших границ. Ну и что в результате? В результате понятно, что Запад относился с недоверием к Украине, и это недоверие только усилилось всеми этими маневрированиями. И Россия пыталась сделать все возможное, чтобы дестабилизировать Украину еще в годы правления Леонида Кучмы. И, кстати говоря, ровно то же самое происходило в Армении времен Сержа Сарксяна. Когда была такая же попытка баланса. И Россия, с одной стороны, делала все возможное, чтобы Армения не подписала, например, то же соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. А с другой стороны, Запад с недоверием относился к Армении как к российскому союзнику. Результаты, кстати, известны. Мы их видим. Зачем повторять те же самые ошибки, наступать на те же самые грабли? Это для меня очень большой вопрос. Да, господин Портников, трудно с вашими аргументами не согласиться. И вот мы видим также и понимание армянской стороны, несколько вот таких штрихов к этому событию, которые я просто так через запятую перечислю. Это то, что еще самолет был в воздухе, когда пресс-секретарь МИД Армении сделала заявление о том, что трехсторонней встречи не будет. Это раз. Во-вторых, тоже было сообщение уже из Москвы, что Путин планирует отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым. Это два. И третье, заявление господина Ушакова, помощника Путина, о том, что Москва видит мирный договор между Арменией и Азербайджаном на основе уже состоявшихся трехсторонних договоренностей. Конец цитаты. И, конечно, еще, опять-таки, решение в рамках СНГ сделать культурными столицами последующих лет, 26-27 год, азербайджанский Лачин и армянский Мери. Что примечательно, что Россия очень хочет именно, чтобы там был именно ее контроль. То есть, опять-таки, Россия позиционирует и в отношении Еревана, и в отношении Баку со своими традиционными, можно сказать, претензиями. Но почему они должны измениться? Понятно, что Россия прекрасно понимает, что ее позиции на Кавказе, мягко говоря, ухудшились. После последних событий это становится очевидно даже Путину. Что его идея, что он будет контролировать Азербайджан изнутри, она провалилась.
А тот контроль Армении изнутри, который осуществлялся все эти десятилетия, тоже, в общем, заканчивается на наших глазах. Значит, если нельзя контролировать изнутри, то нужно контролировать снаружи. Тут у России не так много возможностей, опять-таки, учитывая то, что сейчас Азербайджан нужен Западу как энергетический хаб, несмотря на все сложные отношения Баку с Западом, никуда эта заинтересованность не исчезает. Армения важна для Запада как страна, которая может быть одним из таких форпостов демократии в регионе. И это тоже такой важный момент, так сказать, диалога. Что остается тогда? Пытаться восстановить внутренний контроль. Внутренний контроль — это создать некий экстерриториальный коридор, согласно заявлению президента Алиева и Путина, и премьер-министра Пашиняна по окончании Второй Карабахской войны, вот на это они ссылаются, и именно для того, чтобы в этом коридоре находились военнослужащие, кстати говоря, не российской армии, Федеральной службы безопасности России, и это такой прямой контроль Кремля за территорией, по сути, обеих стран, потому что Азербайджан заинтересован в коридоре, Армения практически тогда позволяет, чтобы этот коридор проходил через ее территорию. Россия оказывается главным фактором. Главным фактором, скажем так, территориальной целостности Армении, потому что это же коридор. Главным фактором целостности инфраструктуры Азербайджана, потому что это связь с Нахичевани. И это рискованная игра. Потому что мы видим, что в Иране эта игра вызывает явное раздражение. И они этого не скрывают, а Иран все-таки тоже. Важные союзники России. Я не сомневаюсь, что на предстоящей встрече президентов Путина и Пезешкияна президент Ирана будет об этом коридоре говорить без удовольствия. И с другой стороны, они еще раз показывают, что у них нет никаких новых предложений для Баку и Еревана. Вот действительно, зачем проводить трехстороннюю встречу Путина, Алиева и Пашиняна, когда можно опираться на то трехстороннее соглашение, которое дает России некие козыри до давления. Потому что на трехсторонней встрече может оказаться, что ни президенту Азербайджана, ни премьер-министру Армении больше этот коридор в таком виде не нужен. Что они способны договариваться между собой или между собой с другими посредниками. В любом случае, не видит там российские войска. Понимаете? Если бы Алиеву нужны были российские войска, он бы их сохранил на территории Карабаха, правда? Логично. Понятно, что Алиев, так сказать, с большим удовлетворением их оттуда попросил. Ну, зачем ему теперь опять их пускать какой в участок, который важен для него, как для президента Азербайджана и для него лично? Господин Портников, вы затронули вопрос трудных отношений Азербайджана с Западом. Да, они были трудными в силу известных причин. Это и состояние прав человека, ухудшающееся причем. Но в то же время вот последнее заявление Алиева представляется беспрецедентным. Ну, понятно, там были и такие воинствующие заявления в адрес Армении, это мы привыкли. В адрес Франции, ну, это тоже уже стало вот привычным. Но вот Америка объявлена неблагодарной, да, потому что, ну, когда-то Азербайджан считает, что они помогли Америке, и Америка это не оценила. Это в связи с тем, что 63 конгрессмена, из них 10 сенаторы, написали открытое письмо в Госдепартамент с призывом уже объявить санкции. Можно подумать, что на основе вот этого глобального акта Магнитского, да, в отношении тех режимов, где осуществляются массовые нарушения прав человека. И вот, как вам кажется, это такой устойчивый тренд или все-таки такой эпизодический зигзаг? И это вопрос, я дополню, это не академический интерес, потому что в идеале, например, представлялось бы выгодным, если бы, допустим, Ереван и Баку могли бы договориться о том, чтобы отметать в сторону все эти настойчивые, назойливые, непристойные предложения Москвы и как-то вот идти на договоренности друг с другом. Но мы видим, Алиев и на это не идет. Ну, видите ли, в чем дело. Во-первых, есть окно возможности, когда можно сейчас об Америке говорить все, что угодно. Где-то в октябре месяце. После ноября это будет гораздо труднее любому президенту. Потому что ему будет необходимо считаться с победителем президентских выборов Соединенных Штатов. Логично. И это нужно четко понимать.
Во-вторых, у Азербайджана сложная ситуация не только с американскими сенаторами, потому что, опять-таки, количество сенаторов, которые подписали заявление, это одно, голосование в Конгрессе это другое. В Совете Европы, допустим, у Азербайджана куда более сложная ситуация, да. Между прочим. Но это тоже эффект Второй Карабахской войны. Потому что до Второй Карабахской войны президенту Азербайджана необходимо было балансировать между Россией и Западом. И напоминать Западу, что он президент страны, у которой не решен вопрос территориальной целостности, это не соответствует принципу международного права. Запад должен, скажем так, защищать интересы его страны, как интересы международного права. Все это мы прекрасно понимаем. Сейчас больше ничего этого нет. Территориальная целостность Азербайджана восстановлена. К Западу апеллировать больше не нужно. Все эти требования, которые Запад предъявляет к Азербайджану, могут только азербайджанское руководство раздражать. Поэтому, в общем, совершенно естественное следствие Второй Карабахской войны и успеха Ильхама Алиева – это его отказ от каких-либо серьезных отношений с Западом. Но это просто естественное решение. Любой из нас, будь он на месте Ильхама Алиева, так бы поступил. Вместе с тем, опять-таки, тут очень важно, чтобы стороны не дошли до момента, когда они начинают утрачивать очевидные интересы. То есть для Ильхама Алиева важно, чтобы он не оказался вместе со своим газом там же, где и Россия. Чтобы на Западе решили, что не только российский, но и азербайджанский газ не является интересом для западных стран. И искали другие какие-то сырьевые ресурсы. Это вполне может произойти. Западу сегодня это не выгодно. Во многом это не выгодно и России, потому что мы прекрасно понимаем, что все эти соглашения относительно азербайджанского газа, который будет якобы транспортироваться по украинской газотранспортной системе, это же на самом деле не азербайджанский газ, это газ «Газпрома», который будет только назван азербайджанским, причем мы до сих пор даже не знаем, есть ли у Азербайджана достаточные объемы газа собственного, чтобы их транспортировать по украинской газотранспортной системе, или какая-то часть российского газа будет выдана за азербайджанский для того, чтобы сохранить возможность российского транзита. И что вот сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в очередной раз сказал, что нового контракта между «Газпромом» и Украиной не будет. Но он ничего не говорит об Азербайджане. Да. И если там Словакия, допустим, договорится с Азербайджаном о транзите газа, и то она будет получать тот самый газ, который она получает, так он будет называться азербайджанским. А на Западе и в Киеве будут закрывать глаза на очевидную транспортировку российского газа по украинской ГТС во время войны. Но для этого же нужно, чтобы Азербайджан выглядел таким вот партнером приемлемым. Тут недостаточно договориться с Москвой, тут важно договориться еще и с Западом о такой форме временного сосуществования. Поэтому я тоже считаю, что тут есть некие в линии интереса, которые нельзя переступать. Насколько я с этим согласен президент Азербайджана, или он считает, что Запад настолько в этом заинтересован, что он будет согласен с любыми формами, так сказать, критики, это уже следующий вопрос. И в заключение, господин Портников, когда смотрим на карту, вся западная граница России, от российско-норвежской границы и идем на юг. Это сплошная непроходимая стена уже для России, для людей, товаров, денег. И вот идем дальше. С Грузией мы видим, ситуация подвешенная, и она таковой будет до 26 числа как минимум, а дальше уже будет видно. И мы видим, что Азербайджан совершенно иначе относится к России. Хочу процитировать посетившего недавно Баку Нарышкина о том, что мы, это настоящие наши друзья, мы здесь чувствуем себя как дома. Если бы это сказал какой-то турист, это было бы понятно. Но когда это говорит глава разведки другого государства о другой стране, здесь нужно задуматься. И плюс глава другого, другой спецслужбы российской, Бортников в Астане, опять-таки вот эти антизападные нарративы, и напрямую обвиняет Армению в том, что это мы, оказывается, задерживаем и подрываем подписание мирного договора. И вот можно говорить ли о том, что здесь вы говорили о возможностях того, чтобы
Азербайджан будет ли считаться таковым партнером? Но вы здесь видите, где находится точка невозврата? Она пройдена или еще нет, на ваш взгляд? Ну, я не считаю, что к заявлениям главы службы внешней разведки нужно как-то серьезно относиться. Естественно, он должен говорить, что он в Азербайджане как дом. Это для российского чиновника, вон в любой бывшей Советской Республике, находится как дома. Это понятно, потому что если он будет говорить иначе, то таким образом сама идея восстановления российской имперской государственности на территории бывшего Советского Союза будет выглядеть фантомом, а для них это вовсе не фантом. И балансировку Азербайджана между Турцией, Россией и Западом эти люди всегда будут интерпретировать как то, что Азербайджан у них в кармане. Как и Армения, впрочем, еще раз говорю, мы же видим, что и Армения не может выйти из этой сферы зависимости полностью. И поэтому с точки зрения России она все равно в том же кармане, что Азербайджан, может быть, в другом кармане. То есть остается, возможно, только надавить на один режим и сменить другой, чтобы получить полный контроль над регионом. Вот. Заманить грузинскую мечту в ловушке и обеспечить ее победу над выбором, надавить на Алиева и сменить Пашиняна. Вот он, чудесный Кавказ под российским контролем. Это если вы спросите, как реагирует Нарышкин. Но я не уверен, что это все так легко получится. Потому что я вообще считаю, что сближение с Россией, как бы то ни было, противоречит национальным интересам Азербайджана. Да. И я думаю, что Алиев это тоже прекрасно понимает. И что в любом случае он не сможет не заметить, что отдаляясь от Запада, он приближается к России на то опасное расстояние, которое угрожает самому его политическому выживанию. Не только государственности Азербайджана, политическому выживанию самого президента Азербайджана. А Алиев, как человек, который думает о своем политическом выживании, я не сомневаюсь, способен сделать шаг назад. Но опять-таки это потребует от него отдельных усилий, то есть улучшения взаимоотношений с западными столицами. И все это начнет происходить после 5 ноября. Ну что ж, господин Портников, нам остается только вооружиться этим оптимизмом до 5 ноября, а там уже посмотрим. И вам спасибо за ваши эти развернутые наблюдения и оценки, с которыми вы поделились с нашими телезрителями. Скорейшей победы и мира Украине. Слава Украине! Всего вам доброго! Героям слава, спасибо! Ահա մենք լսեցինք մեր ուկրաինացի գործընկերոջը, հայտնի լրագրող, վերլուծաբան և հրապարակախոս Վիտալի Պորտնիկովին իր դիտարկումներով և գնահատականներով կապված մի շարք իրադարձությունների հետ, մասնավորապես Ռուսաստանում տեղի ունեցող այդ ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովի և ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում ընթացիկ պահի, քաղաքական պահի շուրջ։ Այսօր թերևս այսքանը, հարգարժան տիկնակ և պարոնայք, կհանդիպենք արդեն վաղը։ Բարին ընձեզ։